Что за народ уйгуры? Пусть народ уйгуров далек от России, однако в частности к нему относился музыкант конца 90-х Мурат Насыров. А в Казахстане уйгуры и вовсе являются уважаемыми людьми. Многие из них живут в районе бывшей столицы Алматы и нашли себя как артисты, политики и предприниматели. Но происхождение у них куда более восточное. Их родина – Восточный Туркестан, расположена на западе современного Китая. И до середины 18 века она являлась отдельным государством. Само слово «уйгур» впервые появилось еще в первом веке нашей эры. Тогда оно применялось в отношении одного из племен кочевого союза Теле. Это были ранние тюрки, на тот момент являвшиеся вассалами хуну. Еще в то время они пришли к границам Средней Азии и в нынешний Сяньцзян. И в этом регионе смешались со скифами.